Я сегодня к вам со своей небольшой покупочкой. Ходила я в магазин «Подружка». Находится она от меня далеко, поэтому бываю там очень редко. Но вот занесло меня так. И что же я там купила, я сейчас вам все покажу. Первое, что хочу показать, это вот такая большая-большая бутылка. Тут три в одном. Это шампунь, гель для душа и пена для ванны. Долго искала такую вещь и подружке нашла. Запах тут потрясающий, персиковый. Ой, обалденный. Они там были разных видов, но вот персиковый самый-самый вкусный. Значит, сейчас почитаю состав. Без парабенов, без каких-то фталатов, без искусственных красителей, без пропилен гликоля, я вообще не знаю, что это такое. Без продуктов нефтепереработки, без ингредиентов животного происхождения, без мыла и глютена. Интересно, с чем оно там? Срок годности 36 месяцев, объем 950 миллилитров. Укупаться. А я вас обманула. Это не персик, это манго. Нарисован персик, кстати. Это не манго, это персик. Сделан в Канаде. А made in USA. Вот как хотите, так и понимаете. Ну, пахнет очень вкусно. Так, следующее, что я взяла, это для детей тоже пену. Два в одном, гель пена для купания, веселые пузырьки. 750 мл от Johnson & Johnson. Думаю, в рекламе не нуждается. Не щиплет глазки, и все такое. В общем, хорошая штука. И надолго хватит. Так, и еще я купила пасту. Паста Lavanda Sept от Splat. Splat, в принципе, очень дорогая фирма. И паста там около 80 рублей она стоила. Будем надеяться, что хорошая. За нее давали подарок. Собственно говоря, поэтому я ее и взяла. А в подарок вот такой лак с надписью «Подарок NYX Girls». Цвет голубенький. Ой. Зачем я его понюхала, не знаете? Я тоже не знаю. И еще я купила браслет. Браслет, железка обыкновенная, за 345 рублей. Вот. Ну, мне понравились здесь подвески, звездочки, опять-таки деревца, которые я люблю. Ну, кстати, на руке смотрится так себе. Вот это вот все переплетается и создается не очень хорошее впечатление. Отвратительный замок. Я возилась минут 10. Браслет прям впритык. Может быть, дочке отдать? Вот такие у меня покупки вышли в подружке. Надеюсь, что вам понравилось и было весело. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!